Разговор с рязанскими автоперевозчиками – это всегда политика убеждения и разъяснения, даже несмотря на то, что часть из них на маршрутах ведут себя как анархисты, выполняют меньше 50% маршрутов, нарушают правила дорожного движения, их водители ведут себя грубо и неадекватно. 8 особо злостных нарушителей в красной зоне списка. Новый начальник управления городского транспорта Вениамин Синяков предложил им пересмотреть свои взгляды. Мягко предложил. Вы обратили внимание, что сейчас вам начали названивать каждый день основной там нарушителем с вопросом, почему допускаете нарушения, и ответы идут одни и те же. Нет водителей, нет транспорта. Ну, если вы понимаете, что не будет транспорта и дальше, какой смысл об этом все время говорить? Давайте смотреть, может быть, будем менять тогда в реестре маршрутов, изменять маршрут в плане количества транспорта, там еще что-то. Вот, то есть есть повод разговаривать. Самое дельное решение – создание единой диспетчерской, чтобы интервал движения соблюдали все, а не только добросовестные перевозчики. И тогда точно обращений и жалоб от граждан в управлении транспорта будет меньше. За первые 5 месяцев этого года их 134. Нужен конструктивный диалог. Жалоб очень много, и жалобы и сейчас идут. Я вот за 2,5 недели постоянно эти жалобы вижу. Отказывают водители в оплате картами. Пересаживаются пассажиры на другой маршрут. Водители говорят, система не работает, конкретную карту не принимает. Пересаживаются, спокойно платят, все работает. Я знаю, что вы ведете работу с водителями. Водители не самый там контингент исполнительный, не самый добросовестный, проблемный. Но, тем не менее, пожалуйста, не оставляйте это без внимания. Без внимания не осталась и просьба мэра Елены Сорокиной о том, чтобы на таких совещаниях давали время выступать представителям общественности. Потому что автоперевозчики не всегда понимают, что именно от них требуют граждане. И на первой такой встрече Алексей Зенин озвучил главную претензию горожан. У нас огромное количество людей в вечернее время едут домой. У нас жизнь после 8 часов вечера в городе вообще не прекращается. И людям, чтобы планировать свой маршрут, им необходимо видеть, во сколько они гарантированно уедут. То есть табло эту проблему вообще не решает. И БАС-62 эту проблему не решает. Мы не видим конечного вот этого промежутка движения. То есть, я так понимаю, это вот должны быть как раз расписания, паспорта маршрутов, если по нормативным правовым актам мы видим. Но вот для всеобщего сведения эта информация не размещается, она нужна катастрофически. Выступление парня на совещании, что называется, приняли к сведению и отправили в работу, как и все остальные предложения. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».